терапевт, хирург и гинеколог, врач широкого профиля или все-таки аферист? Медиком притворился местный житель. В белом халате мужчина разгуливал по больнице и активно общался с персоналом и пациентами. Но оказалось, медобразования у него нет. Кто же под маской медицинской? Репортаж Дмитрия Изгагина. Эту запись пересматривают снова и снова. Мужчина в белом халате уверенно шагает по больнице, здоровается с коллегами и дает советы больным. Вот только оказывается, он совсем не врачом, а преступником-рецидивистом. Человек, одетый в белый халат, представлялся, значит, то хирургом, то терапевтом, то гинекологом. Специальности лжемедик менял в зависимости от места. В хирургическом отделении он хирург, а в терапевтическом – терапевт. Но, кажется, ближе всего сердцу мужчины была гинекология. Зашел врач. Сказали, что вроде похож на врача в белом халате. Представился как хирургом. Но мы, конечно, стали вот проверять даже двери, чтобы все везде закрыты были. Ну, конечно, уже настороженно сейчас будем. Маски лжеврач менял, пока не наткнулся на коллег, которые узнали в нем пациента. В его родном поселке таким проделкам не удивились. Так-то он вроде безобидный. Да я с ним вообще не связываюсь, нахрен он, козел Муран. В принципе, думали, что он, ну, там, способен на такое? Да, конечно. Ага. Не первый раз уже. В больнице ничего не пропало. Но лицо лжеврача там уже знает каждый. Так что в отделение теперь он сможет попасть лишь как пациент. Дмитрий Изгагин и Владислав Колупаев. Главные новости.